Всем привет! С вами мама Лиза. Это 5-й эпизод 2-го сезона. Сегодня будет такой очень быстрый и легкий идеи для шабата. Так как иногда мы не успеваем прийти что-то интересное приготовить, или не успеваем сделать тесто, чтобы потом сделать гошгиджа или манты. Сегодня мы сделаем обычные блины мясные. Будет очень необычные, но очень легко их сделать. Так что подключайте своих друзей, и мы начнем с вами готовить. Значит, всем, кому нравится музыка, это музыка Рубена Шаломова, подключитесь к нему на YouTube, напишите его имя, фамилия, и выйдут его песни. Если есть какие-то пожелания или request, или рекламы, обратитесь к Майклу Восток. Он вам поможет и покажет, как это делается. Я всех вас приветствую. Давайте начнем. Если меня плохо слышно, сделайте просто свой телефон погромче. Вот и все, ребята. А я говорю очень громко, так что давайте начнем. Вопросы я отвечу после шоу. И когда все будет готово, я сфотографирую и с рецептами поставлю между комментариев. Поэтому, пожалуйста, не просите тысячу раз рецепты. Рецепты всегда между комментариями. Просто немножко поищите, вот и все. И старательно буду говорить на двух языках, потому что у нас поколение, которое уже по-английски, по-русски не говорит или не понимает. Поэтому я буду, если когда что-то ложить, я буду говорить и на русском, и на английском. Давайте начнем. Значит, что сегодня мы делаем? Мы делаем мясные блины. Потом мы сделаем с вами салат кани, японский салат. Мне подружка Ася Бангиева, она очень меня заинтригировала с этим салатом, так что я должна его сделать. Потом мы сделаем зверобой и сделаем с вами салат-шашлык, так как у нас сейчас шашлычный сезон. Давайте начнем. Значит, полпаунда у меня здесь ground beef, через мясорубку мяса. Его нужно обязательно пожарить на масле. Добавим 3-4 столовые ложки растительного масла, оливкового масла. Ну, какого масла вы готовите у себя дома, налейте, включите огонь. У меня уже он немножко горяченький. Вот, надеюсь, что вам видно. Я добавлю это мясо сюда. Я не буду трогать, чтобы ни у кого не было лишних захмат. Буду вот ложечкой жарить. У меня здесь один маленький лук. Можно, если любите очень сладенький, вы можете добавить больше лука. Мелко-мелко, тонко-тонко нарежьте его и пожарьте вместе со своим маслом. Желательно жарить на большом огне вначале, тогда он получится сочный и очень вкусный. Нет когда времени сделать что-то такое вкусное. Блины — это самое легкое, самое быстрое. Они не обязательно не должны быть молочные. Можно их сделать и не молочные, на воде. И добавим чесночок. Когда это все пожарится, здесь будет еще один такой интересный ингредиентик. Такое вы еще не слышали, но вам понравится. Все вот это пожарьте. Пусть это жарится. А мы с вами начнем делать тесто. Что нужно для блинового теста? Значит, возьмем миску. И начнем мы с вилочкой, а потом венчиком будем продолжать. 3 яйца. 3 eggs, 4 crepes. In the meat filling we put onion, meat, beef I used today, and garlic. Everything fried in high oil. Все хорошенько взбейте. Beat everything very well. Что мы добавляем сюда?
three teaspoons of sugar. 3 чайные ложки сахара, не больше. Это блины не должны быть сладкие. One teaspoon of salt. 1 чайная ложка соли. Все хорошенько взбейте. Возьмите 7 столовых ложек с горкой муки. 7 tablespoons full of flour. Before you add, put 1 teaspoonful of baking powder. До того, как вы добавите муку, добавьте обязательно в муку 1 чайную ложку baking powder. Не соды, а powder, порошок, разрыхлитель. Mix everything. Все хорошенечко перемешайте вместе с разрыхлителем, а потом добавьте их в яйца. Постепенно. This is good for around 15 to 16 crepes. Это хорошо на 15-16 блинчиков. Воду обязательно нагрейте. Она не должна быть сильно горячая, но она должна быть тепленькая. Пусть немножко будут шарики, эти шарики потом разойдутся. It's okay if you see some clumps or lumps, and it will go away once you mix everything very well. Сделали огонь потише. We reduced the heat. And with this I'm gonna keep mixing. So the consistency is very thick in the beginning. Сначала будет очень такое густое, а потом мы добавим теплой воды. Вода должна быть 1 литр воды. Сейчас я скажу. Это 2 стакана. Нет, это half a liter. Половина литра воды, это 2 стакана воды. Очень горячую, где-то 160 градусов нормально. Не надо, чтобы вода кипела. Теперь я возьму венчик. I'm gonna take whisk and whisk this in slowly. It has to be very liquidy. Она должна быть вот такая водяная, ничего страшного. Зато, когда она будет готовиться, она будет тоненькая и очень вкусненькая. В самом конце всегда добавляйте масло. Сюда можно добавить vegetable oil. You could add vegetable oil at the end of your mixture. Or you could add olive oil. Или вы можете добавить оливковое масло. 2 столовые ложки. У меня овощное масло, vegetable oil, 1, 2. Почему добавляется в конце? Тогда у вас никогда блинчики не будут прилипать. Даже если вы намажете, даже если у вас хорошая сковородка, все равно масло нужно добавлять в самом конце. Нагрейте свою сковородочку. Чуть-чуть набрызгайте ее
cooking spray. Spray a little bit of cooking spray, just a little. Don't make them too thick. Не делайте сильно толстые блины. Нормально, в меру. Сюда мы сейчас добавим с вами секретный ингредиентик. Это наша тыква. Тыкушка, видите? Через терочку. Ой, как это вкусно будет. Сочетание мяса с тыквой – это самый кайф. Через терочку добавьте в мяско. Сейчас мы сюда добавим чуть-чуть соли. Чуть-чуть перчика. Чуть-чуть перец чили. Чуть-чуть. Остренький. Add a little bit salt, pepper, butternut squash to the grinder and a little bit of chili pepper. And half a cup of water. Пол стаканчика водички. Закроем нашу начинку и пусть наша тыква варится, пока мы напечем все с вами блинчики. Значит, ай, какой блинчик, кайф, смотрите, и спокойно перевернула. Сейчас мы с вами быстро сделаем эти блинчики. Потом мы сделаем зверобойчик блинчиком. Забыла одну вещь добавить в блинчики. I will post the measurements in the comments a little later, I promise, with the pictures. В блинчики я забыла добавить укропчик. I forgot to add in the crepes a little dill. This is what makes this flavor unbelievable. Это дает много вкуса блина. Мелко-мелко его нарежьте и добавьте в блины. Cut it really, really thin and add it in your mixture. This is what I forgot to add. Brain. There's always something you forget. You can't be perfect, but it's okay. Okay. Видите, как получается? Пока у нас это будет вариться и жариться, мы с вами сейчас сделаем салатик. У меня сын всегда спрашивает, как у тебя руки, говорит, мама, не горят. Я говорю, я уже так привыкла, что я уже не чувствую ничего. Как запах вот этого укропа в блинчиках. Вы не представляете, это сумасшедший запах сейчас на кухне. Что это у меня сегодня сковородочка, время столько берет. Сейчас мы с вами, знаете, что сделаем? Это подвинем сюда. Because I run out of patience, I'm gonna make both on two of them. Йодгиретон, бачо! Как надо уметь время экономить! Айте, какой блинчик!
такие блины получаются тоненькие, красивые. Видите? Попробуйте с зеленью сделать. Такая вкуснятина. Варится. Вот такие дела. И можно столько блинов сделать. You're gonna be surprised. Так, это еще у нас не готово. А это у нас хорошо нагрелось. Видите? Значит, какой мы будем делать следующий салатик? Следующий салат у нас будет японский, называется кани салат. Очень много разных рецептов видела, и как подружки мои делают, и как вообще я делаю, и решила придумать свой. Сейчас вам покажу. Ну что, дружок, ты готов выйти? Это у меня сковородка не очень хорошая. Но ничего. Что для этого надо? Для этого салатика. Сейчас я вам покажу. В кошерных магазинах. Правильно не видно, неправильно. Так? Так? Нет, так. Я покупаю вот такую рыбку. Мне рекомендовали ее очень. Не знаю, вам правильно видно, неправильно. Задом наперед выходит. В общем, в этой рыбке суми seafood sticks. Они очень хорошо подходят в этот салат. Вот такие палочки, если вы видите. Этот блинчик мы попозже скушаем. Сейчас, ребята, I'm sorry, it takes a little time, but I'm almost done. Берет немножко время, но я почти закончила. Значит, можно эту рыбку вот так вот, если у вас есть время, вот так вот, длинные полосочки. А можно просто взять вилочку, держать с одной стороны и просто пройтись вот так, и она сама... Видите, она сама открывается. И не надо долго... Видите, она сама с вилочкой открывается. И не надо долго сидеть и ее щипать. Она и так получится. Шурочка устала. Так. Шурочка устала. Играй. Алеса, играй. Here's what I found. Oh no. Oh no, Алеса. Нехорошая ты женщина, Алеса. Как быстренько у нас все получается. Sorry guys, I'm almost there. Потом нам нужен огурчик. Огурчик должен быть длинный. Порежьте напополам. Не выбирайте маленькие огурцы, тяжело делать, они очень водянистые. Так, где наш... Вот как я уже показывала, я покупала это на Amazon. Она отсюда чистит, отсюда выходит как через большую
терку, как морковчу. Видите, как она выходит? Не обязательно огурчик чистить, хорошенько его вымойте. No big deal. И сделайте только уголки. Не делайте где семена, потому что он будет водяной и невкусный. Это мы оставим на попозже. Сейчас вам покажу, что мы делаем дальше. Видите, как получается? Посмотрите. Beautiful. Сейчас я положу это все в миску. Что мы сюда добавляем? Если вы можете найти японский майонез, if you can find Japanese mayo, that's wonderful. If you cannot find it, you could use regular. Если вы не можете найти японскую майонез, можете найти, сделать обычный майонез. Даже можете сделать домашний майонез. Если вам не нравится, что там есть яйца, что он жирный. Вы знаете, я видела на ютубе, как делают из сои милка, делают из cashew nuts, делают майонез из там любые орехи. Ну попробуйте, найдите свой майонез. Майонез это... Я не знаю, мне нравится. Я очень много делаю салаты из майонеза, заправки из майонеза. Почему нет? Последний блин. Мы за 20 минут с вами сделали почти 20 блинов. Видите? Сейчас этот еще не дошел. Значит, добавляем сюда 2 столовые ложки майонеза. Добавляем сюда, so I add 2 tablespoons of mayo. You could use regular or Japanese. Добавляем сырача сос. Сырача уже все знают, что это такое. Это такой острый сос, где имеет и чеснок, и кислоту. В общем, все здесь уже есть. So add 1 tablespoon of sriracha sauce. It makes it nice and spicy. Он такой вкусный, spicy стоит. Так. Сюда мы добавим 1 столовую ложку sesame oil. Sesame oil дает очень много flavor для этого салата. Add 1 tablespoon of sesame oil. Add a little bit of lemon. Немножечко лимона. Так. Add sweet corn. Yeah, yeah, I know. You never seen it, but it tastes so good. You will be surprised. Все, наши блинчики готовы, ребята. Анна, бинетон. Сколько мы блинов сделали. Вы видите, тоненькие, какие они горячие. Так, значит, мы добавим corn. We're gonna add corn. Let me get rid of the water. И все перемешаем хорошенько. Gonna mix everything up. Ой, какой запах! Я так обожаю этот салат. I love this salad. It smells so freaking good.
сделайте его горкой. Make a mountain out of it. If you want to add salt, you can. But mayo has a lot of salt in it, so you don't need it anymore. Можете добавить соль, если хотите. В майонезе достаточно уже есть соли. Не обязательно. Посмотрите, какая красота. And we have to add some sesame seeds. Let's see, where is my sesame seeds? Please, God, help me find it. Okay, I found it. I have like 10,000 spices. It's like unbelievable. So you could sprinkle a little white sesame. Так. Немножко белого кунжута. И немножко черного кунжута. A little black sesame. Если у вас есть мелкая такая икра, можно добавить сверху. You could add a little bit of... I forgot how you say икра in English. Look at this. Какой кайф! Сделайте такое. Видите, какой кайф? Что такая вкуснятина. Вот так на стол поставь, зайдут гости и скажут: «Вау! Я в хороший дом попал!» Кевиар, о, молодец! Спасибо, Фаня! Что мы делаем следующее? Блины мы заправим попозже, пусть они остынут. Мы сделаем с вами салат, салат-шашлык. Что такое салат-шашлык, кто-нибудь знает? Ну, шашлыки все любят, правильно? Поставьте тарелочку. Я забыла взять леттес, можно под низ поставить леттес. Берете вот такой огурчик и вот такую нарезку, как вот на картошку красиво нарезаете. Напополам. Еще напополам и на длинные мелкие кусочки. И у вас получаются... Посмотрите, какая красота. Огурчики. Sexy pickles. Amazon, Amazon. Боже, Amazon. Не надо идти ни в какой магазин и искать. Все, что вы напишете, то и выйдет. И найдете. Так. Дальше. Берем помидорчики. Режем вдольки. Помидорчики мы поставим вот так вот вокруг. Так. Сейчас я открою крышку, пусть немножко остынет наша начиночка. Так. Дальше. Мы наложим вот так вот. Сейчас шашлычный сезон. Все делают шашлык, машлык, туда-сюда. Нужна всегда вкусная закуска. Когда делаешь салат из помидоров, он сразу превращается в кашу. Мне интересно. А когда ты вот так вот ставишь на стол красивые помидорчики, вот так вот, и заправляешь их зеленью, чесночком, когда уже подаете на стол, тогда вы его солите. Вот так вот. Так. А, нет, подожди, это еще надо. Сейчас я промою. Нужна зелень.
и чеснок. Берем наш чесночок. Мелко нарежьте, не надо через мясорубку или через masher. It has to be seen. You have to see the garlic. You have to see it. It can be too. Просто вот так вот ножом пройдите. Хорошенько перемешайте всю зелень, чесночок. Какая-то вкуснятина, вы даже не представляете себе. Так вот сверху красивенько, заправочку. На помидорчики, на огурчики. И только когда вы подаете его на стол, тогда вы посыпаете солью, и будет вкусняшка. А на салат шашлик бачо. Смотрите, девочки и мальчики, как вкусно. Последнее мы с вами. Сейчас сделаем зверобойчик. Зверобойчик. Что для этого надо? Все любят кимай. Есть такая приправа, хреновина называется. Хреновое название, но есть. Есть кетчуп. Разные есть. Кто-то там в ресторанах берет кетчуп, мешает зеленью с водой. И людям нравится. А вы попробуйте сделать настоящий, домашний, вкусный зверобой, который подходит... это гошгиджа, когда делаете, самсы делаете, манты делаете, любое, эти, как его, крейпс. It doesn't matter, что у вас там есть. Сейчас я нарежу сначала, а потом мы пойдем с вами дальше. Возьмите 3-4 помидора. Just a second. Илан, take him! My kids, they cannot live without me. Все мы поставим сюда. Сейчас я забыла отрезать кончики. Для этого нужен красный болгарский перец, пару чесночков, кинза, укроп. Сейчас я поверну камеру вот сюда. Надеюсь, что вам видно будет, что я делаю. Вот смотрите, вот здесь у нас мясорубка. Обязательно сверху поставьте целлофан, чтобы у вас всю красоту вашу не испачкать. Включите его. Коробку проведите все. Помидоры. Болгарские. Халапеньо без косточек.
I think it's stuck. Because I abuse it so much. It's a long story. Nothing less with me because I overuse everything. Who cares as long as I cook? Right? Ненужная зелень вышла. Нужная осталась. Сейчас мы еще раз включим. Руки скользкие. Так, заходи. There we go. It's a little messy, but I'll clean later. Чуть-чуть неаккуратненько, но ничего. Мы попозже все почистим. Oh, there you go. God bless America. Получился, вы видите, ребята? Так, смотрите, какой класс наш зверобойчик. Что мы сюда добавляем? Соль. So for those who are not speaking Russian, I had a couple of tomatoes, about 4 or 5 plum tomatoes. I put red bell pepper, 1 jalapeno with no seeds, and garlic, dill and cilantro, 1 teaspoon of salt, 1 чайную ложку соли, даже можно чуть меньше. Сейчас мы все это перемешаем. Add black pepper, черный перчик чуть-чуть, обязательно, для вкуса. И теперь попробуем, как это все будет у нас. Oh my god, this is so good. О, остренький. То, что надо. А еще можно сюда манго добавить. Ой, какая вкуснятина. Вы даже себе не представляете. Так, нашу ложечку возьмем. Она. Поставим в такую красивую тарелочку для наших блинчиков. И сейчас начнем заворачивать блинчики. Сейчас мы попробуем это тоже с вами. Начиночка с тыквой, с мясом, с луком, чесночком. Что может быть лучше этого? Ой, как вкусно. Чуть-чуть еще соль. Объедение. Объедение. Так. Теперь мы будем с вами складывать блины. Так, вам блинчик. Смотрите, берите страшную сторону вниз, красивую сторону снаружи, чтобы было. Чуть-чуть возьмите свою смесь и заверните это все. Красивый блинчик. Анна. И поставьте вот так. Еще взяли чуть-чуть начиночку. Много начинку не надо, чтобы блинчики не порвались. Блинчики должны быть красивые. Так вот заверните. Видите? Какой кайф. Так. Шурочка опять молчит. Шу.
Я не могу без музыки готовить. Для месуза. Анна, блинчик. Такую красоту поставьте на стол. И вам не надо гожгиджа выпекать или манты лепить, когда можно вот так вкусно сделать блинчики. Always find fun things to do in the kitchen. The kitchen will love you. It's not hard work, it's easy. You just gotta put love and time in it. Видите, как ребята? Вот так вот. Еще пару с начиночкой. Beautiful. Exactly what I love. Uh-oh. What happened? Look how pretty this is. Смотрите, как красиво. И знаете, что красиво? Что с зеленью. И вкусно, и красиво. Здесь больше ничего не нужно. Это классная идея вам на шаббат. Ребята, сделайте, не пожалеете. Вы меня еще вспомните и скажете, какая Лиза молодец. Да не, я шучу. Остальные я оставлю. Смотрите, ребята, видите, зверобой, красивые блинчики с мясом, с зеленью, с тыквой. И, конечно же, наши салатики. Салат кани, японский салатик и салат шашлык. Попробуйте, вам понравится. Все эти видео скоро будет на ютубе. Вы можете делиться с друзьями, смотреть, что и как. Немножко у меня берет время, но зато красиво, вкусно и приятно. Всем вам шаббат шалом завтра. Всем здоровья, счастья, любви, побольше кайфов. Сейчас лето, а то зима быстро приходит. Так что enjoy, guys. Всем спасибо. Увидимся в следующий четверг в 7 часов вечера. This was Mama Lisa.